Дорогие мои, всем большой-большой привет! У меня сегодня особенная баррикада, потому что мы будем есть белую печенюху. Без всего, без паст, без различных кремов, чистенькую белую. И сегодня мы с вами будем есть соленое озеро. У меня вот такой кусок. Сейчас я уберу пакетик. Вот такой. Он монолитный, я на всякий случай приготовила себе молоточек. Если вдруг у меня будет плохо получаться откусывать, то мы воспользуемся им. Погнали. Сейчас раскалю. Расколола. Даже в сколе я не вижу вкрапления железа вообще. Мне кажется, при долгом жевании крупинки можно разжевать до конца. Крупиночка мягкая.
по мне, так это глиномел. Помимо мелового ощущаю и глиняный вкус во рту. Такую густую кашу сторожевывается. За счет того, что крупинка ее мало, прям густая каша получается. Даже подзалипает. Thank you.
Что я могу сказать? Я люблю, когда есть крупинка. Когда во рту образуется прям очень густая масса, как, знаете, наподобие подвислая. Жуешь, такая жирная масса образуется. Здесь то же самое. Скажу так, попробовать интересно. Закажу ли я этот мел снова? Нет. Консистенция не моя. В мои фавориты данный мелочек не вошел. Все, люблю, целую, обожаю. Пока-пока.